дело, что человеку будет это неприятно априори. Если ты дорожишь этим человеком и дорожишь его моральным состоянием, ты не будешь делать то, что ему неприятно априори. Она идет, это делает. Потом какие-то обсуждения, они там что-то срутся, и она там, кто-то подходит, и она начинает это обсуждать. И я ей говорил об этих моментах еще вчера, позавчера, говорю, ну типа, давай, я понимаю, что вы расстались полтора месяца назад, и что эмоционально может быть привязано. Она, какой эмоционально, да я с тобой сплю, да он мне вообще все равно пустое место. Я говорю, если пустое место, ты не даешь никакую реакцию на человека, тебе все равно. А ты реакцию даешь постоянно, все это видят. Но только ты это не видишь и говоришь, что этого не существует. Я говорю, я это вижу, а я по итогу лох. Мне это уже надоело, особенно после слов, типа, я тебя люблю, по пьяни, там, вам говорить, всем говорить. Если ты меня реально любишь, ты такой...